Я не знаю, чего этот гаденыш нажрался. Но он сидел с мерзкой ухмылкой на лице. Но я и решил, что пора вправить ему мозги. Я говорю, вы имеете право хранить молчание, если только выдержите боль. Ничего, даже не пикнул. Не пикнул. Повел его снимать отпечатки, а он вырывается. Он же здоровый гаденыш. Килограммов 120. Начинает орать: «Ирландский ублюдок! Ирландский ублюдок!» Я ему: «Мистер Калабрис, не сердите меня, я полицейский». Привожу в участок, беру его руку, снимаю отпечатки, а он: «У меня нельзя отпечатки брать. Я из мафии». И швыряет чернила. А я стою и любуюсь на свой новенький синий пиджак. А он еще мне сорочку залил. Просто возьми и выброси. Мне это как быку красная тряпка. Все, думаю, прибью, сволочь. Беру его за задницу и за глотку. И так тихо говорю: «Все, макаронник, допрыгался». И выбрасываю в окно. Прямо в окно. Он пробивает сетку, стекло. А парень-то под кайфом, не забудьте. То есть он думает, что второй этаж, и ему крышка. Он прямо в штаны обделался. Да, прямо в штаны. Он практически не ушибся. Там же первый этаж в 32-м. Ну, поцарапался. Мы идем за ним, а от него такая вонь. Ведем обратно. Я веду обратно, чтобы снять отпечатки. И я его заставляю засунуть руку в штаны и достать немного собственного дерьма. Я ему говорю: «Мистер Калабрис, у нас запасных подушек нет, придется вам своим дерьмом воспользоваться». А мистер Калабрис как воды в рот.